Нас утро встречает прохладой. Иду на огород. Наш сад после дождя свеженький. Сегодня пасмурная погода. И солнышко светит. Сколько градусов? 16. Мой сад. Прекрасный утренний сад. Прекрасными розами. Прекрасными цветами. Петуньями. Чайка полетела. Пионы отцвели. Не смородинка. А вот картошечка у меня растет. Эксперимент показать внуку, как растет картошка. Так. Ну вот. И наш огород. Все есть. Помидорчики, лучок, чесночок, зелень. Цветная капусточка. Здесь огурчики, перчик, клумбочки, цветочки. Ай, красота. Огурчики уже плетутся. Хорошенькие. Кабачок растет. Щавелек. Ну вот и келла. Вот она такая листовая капуста. Ее можно и варить, и жарить. Мы добавляем в салат. Кость нежной капусты. Нежных листьев капусты. Так она может вырасти до метра. Листочки все время зеленые. На следующий год тоже растет. У нас росла года 3, потом вымерзла. Белки закапывают орехи, и орехи растут. Маленькие помидорчики уже появились. Перчик цветет. А вон заяц сидит. Пришел тоже посмотреть. Соседи выбрасывают шкурки от овощей, и он приходит сюда. Зайчик. Грабит. Маленький. Страшненькие они все-таки в природе. Не кролики. Сейчас как сиганет. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Все.